Всем, ребята, привет! Вы на канале GameDop. Сегодня мы поиграем за существо. Это такой каменный мужик. Давайте посмотрим по традиции в Википедию. Данный герой появился в ноябре в комиксах в 1961 году. О, хорошо, игра быстро нашлась. Подтверждаем. Берем нашего героя. И мы пойдем на нижний лайн. Вот можно его скины посмотреть, это стандартный скин. Вот такой типа в маечке скин. И вот такой прикольный скин, мне нравится. Типа пират какой-то. Ну если посмотреть на ихних героев, каких-то супер имбовых я не вижу. Да что здесь можно выигрывать? Кстати, если у вас проблемы с пингом, как у меня, мне иногда помогает VPN Сингапура. Да что, можете пробовать. Может, вам тоже поможет. Так, прокачали второй скилл и зашли в кусты. Ждем в кустах. Мы такие кустарные люди. Давай, подходи, не стесняйся, не бойся. Так, только лишь бы не прыгнуть под вышку. У него там типа есть пассивные прыжки. И как бы под вышкой нужно быть аккуратным. Потому что можно случайно под вышку прыгнуть. Ну тогда, как говорится, сам виноват. Поэтому под вышку мы стараемся не прыгать. Нужно быть аккуратненьким. Второй скилл Масуха. Так что в принципе... Вот о чем я говорил. Под вышку прыгнул. Вышка меня раз ударила. Второй скилл это масуха. Как бы удобно убивать мобов. Куда мой чувак побежал? Ему что, делать нечего? Еще он побежал под ихню вышку. Что там сверху мигают, не пойму. А, типа сверху их двое, а он один, а снизу наоборот. А, Халк пришел на низ. Халк, ты что делаешь? Ой, не попал. Да я особо, наверное, и не целился. Так. Бац, 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 бац. Вот так вот. Прыжок, 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 прыжок. О, ФБ. Наш Халк ФБ взял. Красава, молодец. Счет 1-0. В нашу пользу. Не, ну да, ну не надо под вышку лезть. Ну, ребята, не наглейте, пожалуйста. Вот это дурная привычка, когда вы начинаете выигрывать, начинаете под вышку пёртись. И там начинаете сдыхать. А потом удивляетесь, почему вы проигрываете? Поначалу вроде бы выигрывали, а потом начинаете проигрывать. Отлично, убили. Главное, не наглеть и играть аккуратно. Тогда будет все окей. Отлично. Только жалко, что моего убили. О, так это даже мой килл. Нифига себе. Прикольно. Так, дац, 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 дац. Опа, опа. Прыжок, 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 прыжок. Прикольный герой, мне вообще нравится. Ай, вышка, что ты меня бьешь? Там же были мобы, почему вышка меня бить начала? Я что, я же вроде бы впереди сначала пустил мобов. И потом пошел я. Как-то странно, не знаю. Давайте, бить вышку. Так, мы вышку снесли. Я думаю, нужно пойти на низ помочь, потому что там что-то снизу вообще какая-то боль. Боль снизу. Надо снизу помочь. Ой, зачем я прыжок прожал? Дурачок, ой, дурачок. Или пойти по миду помочь. Короче, пока телепортировался, топчик уже отжали немножко, отбили. Ну все равно, пойдем по топу, будем там вышку нести.
Будем жать топчик. Опа, прыжок. Дядька. А ты чё здесь бегаешь? Ох, ох, красава, молодец. Молодец. А я не очень молодец. А я вообще не молодец. Вообще не молодец. Что-то пошло не по плану, ребята. Что случилось? Что-то пошло не по плану. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Хочу пойти сверху вышку снести. Там вышка без дела стоит. Надо пойти ее хлопнуть. По-красивому. О, вот мобы точно красиво убиваются. Как ни крути. Так, ульта второго левела. Это хорошо. Сейчас добьем вышку. Зашибись. Вышка моя. Теперь нужно мид снести. Тоже вышку снести по миду. Хорошая идея. Безумно хорошая идея. Так. План немножко не удался. Но я почти убил ее. Как бы я не танк, у меня ДПС небольшой. Но я жирненький. Ой, там еще один пришел. Нет, ну зачем, зачем? Ого, даблкил он взял. Ах ты засранец. Тут герой не знаю, что ты так больно пробивать начал. Наверное, вкачался. А, так у них хилов больше. Мы типа вышки принесли, но их хилов больше. Че толку, что мы эти вышки снесли? Там крыса бегает, тут хомяк по всем лайнам вышки сносит. Я могу прыгнуть. Только бессмысленно я прыгнул в толпу на троих, а мои чуваки не помогли. Что за фигня? И Халк тоже сам прыгнул, ему никто не помог. Провал. Провал. А так хорошо все начиналось, ребята. Так хорошо начиналось. Еще и этого моба убили на речке. Там крыса вообще борзеет. А что так быстро бегает эта крыса? Не, все, там уже перекач пошел, уже все. Что-то игра не пошла. Хотя поначалу мы жали неплохо. Но потом мы расслабились. И все пошло не по плану. Не по плану. У нас, короче, нету командной игры. Вот главная проблема. Один там, другой там сдох. И сдыхает, как бы все смерти не один на один. А два против трех, два против пятерых. И походу у нас один бот играет. Короче, мы играем 4 на 5. Один, короче, авкашер у нас. Он типа на боте бегает тупо и все. И тот, кто бегает на боте, это по идее тот и... Как там, железный человек или как там его? Не. Ну, короче, с кем я стоял там снизу. А, этот железный, как там его, солдат или как там, блин, не помню. Не помню. Капец там ДПС у них. Пробивают, не знаю как. Жестко очень, очень пробивают.
А у нас ДПСа. У нас это ДПС выдавать некому. Вот в чем беда. У нас некому ДПС выдавать. Ну туда прыгать не хочу, конечно. Это заманчиво. В толпу прыгнуть. Да куда ты скилл прожал? Полоса была скилл бить вперед, а он скилл почему-то себе за спину кинул. Нифига не понял. Ну чё, давайте, наверное, сдаваться, что тут делать. Тут уже рипаться нечего. Ну нереально выиграть, когда у нас пятый бот бегает, и он просто качаются. 4 против 5 играть, тут шансов выиграть. И так было немного, а с неравным счетом шансов выиграть еще меньше. Ах. Я думал, в кусты сейчас прыгну и в кустах спрячусь. Это там в кустах еще был противник. Так, даже если бы я до кустов допрыгнул, я бы не спас свою попку. Так, вот бот. Вот это бот играет. Он тупо по одному лайну идет, по низу кверху идет и сдыхает там. По КД. Пришел, сдох, пришел, сдох, пришел, сдох. На нем просто качаются чуваки и все. Все, наконец-то поражение. Сам по себе герой очень крутой, очень крутой. Мне он очень нравится, ему очень удобно играть. Я до этого играл, там были сплошные победы. Но здесь команда не повезло, плюс один еще ливнул. Поэтому вот такое вот видео получилось. На этом все, спасибо за внимание, всем пока. Ба-бах.